«Прояснение и понимание», — назвал Денис Коричин главной идеей форумов, проводимых в поселениях Солнечногорского района. Руководитель исследовательской группы системы управления развития территорий считает, что искать пути решения проблем могут и должны те, кто их ставит — сами жители. Однако к работе в таком формате были готовы не все представители администрации Луневского сельского поселения. Я понял то, что вы не готовы к нам, приехали, ничего не... Нет, мы готовы с вами работать, но мы хотим работать с вашим содержанием, а не со своим. Если мы будем работать со своим содержанием, мы напишем свою стратегию развития вашего поселения. А нам это не нужно. Нам нужно, чтобы вы написали свою стратегию. Однако жители не собираются отсиживаться со своими проблемами и довольно быстро включились в обсуждение в группах. К итоговому заседанию участники сформировали доклады, отражающие основные проблемы поселения. Сначала сделали плохой прогноз о том, что к 2025 году у нас здесь будет с вами зона Чернобыля, когда все вымрет, будут жить одни мигранты, и вся наша территория уйдет под строительство Шереметьево. Строительство третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево действительно одна из наибольших угроз для поселения. Это признали в секции «Культура. Среда». Это санитарные угрозы. В чем она заключается? Что при строительстве взлетно-посадочной полосы и прохождении новой дороги у нас нарушается биоклимат. Но если мы вот возьмем, что вот у нас река Клязьма вообще сейчас перестанет функционировать за счет этого большого строительства, это получается уменьшается объем воды, и, соответственно, мы можем на это как бы бить и поставить свой план на дальнейшее развитие. Участники форума выяснили, что проблемы, обозначенные разными секциями, взаимосвязаны, и решение нужно искать во взаимодействии. И тогда то, что с одной стороны является угрозой, с другой может принести преимущество. На эту проблему посмотреть с другой стороны. Что мы можем сделать для того, чтобы этой проблемы у нас не состоялась? И так как у нас наша территория расположена очень хорошо между Ленинградкой и тем же Шереметьевым, мы решили развивать здесь у нас логистический бизнес. И предложить этому логистическому бизнесу решение своих вот таких вот этих, как говорится, проблем. Руководитель исследовательской группы, проведя 4 форума в Солнечногорском районе, говорит о важности взаимосвязи не только внутри поселения, но и между ними. Только тогда можно создать наиболее эффективную стратегию развития и для отдельного поселения, и для района в целом. Это же связность территорий, да, в рамках одного большого района. И в каждой территории есть свои локальные проблемы. И очень важно сделать шажок над поселением. Большинство проектов, которые здесь описываются, их можно делать без денег, но делать их нужно, скорее всего, в партнерстве с территориями и соседями. Второй вывод модератора после 4 дней работы форумов – надо сделать их еще проще. Юлия Речет, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».